Всем привет! Это Картаев Владимир, и мы говорим о святом Патрике Ирландском. Мы уже кратко рассмотрели его жизнь, и сегодня мы попытаемся проанализировать отрицательные и положительные черты Патрика и его служения. И, откровенно говоря, очень тяжело обнаружить отрицательные черты у Патрика. Отчасти это от того, что мы имеем очень мало фактов о его жизни. А также от того, что ранняя биография о нем полны мифов и легенд. Патрик изгоняет змей из Ирландии, или Патрик с молниями из пальцев, или Патрик, сражающийся с друидами с помощью божественных сил, или Патрик, обращающий в христианство абсолютно каждого ирландца. Поэтому те черты, которые я приведу, очень условно можно назвать отрицательными. Более того, некоторые из них скорее положительные, чем отрицательные. Потому что одна и та же черта может подпадать и под категорию отрицательных, и под категорию положительных черт. Например, Патрик давал взятки. Причем использовал для этого церковные деньги. И причем абсолютно в этом не раскаивался. Вот вам отрицательная черта. Почему? Потому что давать взятки – это очень плохо. Растрачивать церковное имущество – это плохо. Патрик получал очень серьезную критику по этому поводу со стороны церковного руководства в Британии. Но кому он отдавал эти взятки? И зачем он это делал? Узнав причины такого поведения Патрика, эта отрицательная черта превращается в положительную, конечно же, по моему мнению. Как я уже упоминал, Ирландия была поделена на сферы влияния королей. И для того, чтобы совершить хоть какую-то работу на территории короля, нужно было получить от него разрешение. Именно по этой причине Патрик и давал взятки. В своем письме «Исповедь» Патрик смело заявляет британским епископам и своим ирландским последователям, что он использовал церковные финансы для того, чтобы давать взятки королям. Он давал их для того, чтобы те его приняли, он платил их сыновьям, чтобы те охраняли его во время путешествий между племенами. Вот как он об этом пишет. «Вы все знаете, как я платил тем, кто находится во власти в тех регионах, которые я часто посещал. Я, наверное, заплатил достаточно, чтобы купить 15 рабов. Я не сожалею о том, что давал взятки. Более того, я буду продолжать это делать. Я тратил деньги и тратить буду». И цена 15 рабов – это цена чести ирландского короля. А другими словами, если вы оскорбили короля, то именно столько вы должны были ему заплатить. И это огромная сумма. Особенно это огромная сумма для нуждающейся ирландской церкви. Но Патрик никогда не сожалел об этих деньгах. Он знал, что эти деньги спасают души. С финансами связана еще одна отрицательная черта. Патрик незаконно отвергал пожертвования, которые приносили в церковь. И за это он также подвергался нареканиям со стороны британского епископата. Говоря о бедных женщинах, подносивших из благодарности дары в церковь, Патрик пишет: «Некоторые из них, как известно, подносили небольшие дары, полагали свои украшения на алтарь как приношение, но я всегда возвращал им эти дары. Они были шокированы, что я не принимал их жертву». И шокированы были не только женщины. Шокированы были и британские епископы. Какое право имел Патрик возвращать законные дары, принесенные не ему лично, а церкви? Они должны были быть потрачены на расходы церкви, как в Ирландии, так и в Британии. Но логику своих поступков Патрик объясняет так. «Мне нужно было думать не сегодняшним днем, а в долгосрочной перспективе. Я должен был быть очень осторожным в этих вещах, чтобы некоторые из противников не увидели бы в этом возможность для критики меня лично и моего служения здесь. Я не могу позволить себе дать хотя бы малейший повод для обвинений или нареканий на мою работу». Итак, снова, по моему мнению, отрицательная черта на самом деле является положительной. Следующей условной отрицательной чертой можно назвать вторжение Патрика в дела других епископатов.
Документы ранней церкви свидетельствуют снова и снова, что ни священники, ни епископы не имеют права вмешиваться в дела паствы другого епископа. Патрик совершил как раз это. Он вмешался. Но каков был повод? Что послужило причиной этого вмешательства? А поводом послужил рейд некоего британского правителя Кротикуса на ирландское побережье с целью захвата рабов. И все это случилось в пасхальные праздники. Патрик как раз крестил несколько семей, обратившихся из язычества. И именно на них напал этот Кротикус. Он убил большинство мужчин, женщин же и молодых людей увел в рабство. Раньше ирландцы нападали на британцев, теперь же те, кто должны были быть христианским светом для язычников, сами нападают, сами убивают и уводят в рабство. Это в буквальном смысле привело в ярость Патрика. Он пишет письмо в Британию, и это письмо обращено к Кротикусу и его солдатам. Патрик обличает Кротикуса, называет его убийцей, призывает христиан не общаться с ним, требует вернуть захваченных людей. По всем правилам, Патрик должен был сперва обратиться к местному епископу, а уж тот, в свою очередь, должен был применять какие-то дисциплинарные меры по отношению к этому Кротикусу. Но сердце пастора не позволяет Патрику соблюдать формальности. Его возлюбленных овец забрали. Тех, с кем он годы работал, кому отдал свое сердце. Он пишет: «Со слезами и горем я скорблю о вас, моя прекрасная возлюбленная семья, и дети из бесчисленного числа тех, кто рожден во Христе через меня. Что еще я могу сделать? Как могу помочь Богу или людям? Нечестивые злом своим одержали победу. Мы были растерзаны и разделены». Итак, Патрик не мог ждать. Местный епископ, скорее всего, не стал бы обличать своего правителя. Но даже если бы и стал, то все могло бы затянуться надолго. А нужно было срочно вернуть захваченных людей. Нужно было их вернуть, пока их не перепродали. Поэтому Патрик нарушает все правила, за что снова получает жесткую критику со стороны британской церкви. Отрицательная ли эта черта? Скорее, положительная. Такая реакция – это свидетельство горячей любви и глубокой привязанности к своей пастве. Как добрый пастырь, Патрик защищает овец и готов положить жизнь за них. Еще одной отрицательной чертой, и на этот раз действительно отрицательной, хотя и не без оговорок, является акцент Патрика на целибат. Точно неизвестно, был ли Патрик сам монахом. В своих письмах он никогда не упоминает о жене. И с учетом энтузиазма, которым Патрик выражает поддержку целибату, можно с относительной уверенностью сказать, что он и сам его практиковал. И все бы ничего. В самом целибате нет ничего предосудительного, потому что апостол Павел ободрял целибат. Проблема в том, что Патрик поощрял к целибату тех, кто уже состоял в браке. И особенно речь идет о женщинах. Хотя мужчины также становились, конечно же, на путь сексуального воздержания. И это, конечно же, крайность. И это вызывало много нареканий со стороны общества. Даже стремление к девственной жизни молодых, незамужних девушек встречало возмущенное сопротивление со стороны их семей. Потому что девушки были самой большой ценностью для отцов. И потому что с помощью удачного брака дочери отец мог поправить свое финансовое положение. Отцы в буквальном смысле приходили в ярость, когда слышали о решении своих дочерей быть девами. Что уж говорить о мужьях тех женщин, которые отказывали им в сексуальной жизни ради каких-то там духовных целей. И таких девушек и женщин было немало. Патрик с радостью сообщает, что число таких дев, избравших путь новой жизни, продолжает расти так, что он уже перестал и считать. Негатив – негатив. Но и в этом негативе постараемся найти позитив. Конечно же, похвально само духовное стремление женщин к Господу, поощряемое Патриком. Но помимо духовных выгод, девство давало женщинам Ирландии выбор, которого они никогда раньше не имели. Наконец, они могли иметь контроль над своими телами и над своими жизнями. До Патрика брак и дети были
единственной альтернативой для женщин. Теперь же новые возможности открывались для тех из них, кто готов был рискнуть и пойти на конфликт с обществом. Особенно это касалось самых обездоленных женщин – рабынь. Ирландские жены, дочери, вдовы хоть и встречали трудности на пути воздержания, но они хотя бы имели какие-то права. Рабыни же были имуществом. И очень часто они подвергались сексуальному насилию со стороны господ. И в таких обстоятельствах решение следовать за Господом по пути воздержания, до той степени, конечно же, до которой они могли это сделать, давало им внутреннюю свободу. Патрик особенно сострадал таким женщинам. Он пишет: «Печально то, что из всех женщин больше всего страдают рабыни. Они подвергаются изнасилованиям, угрозам, но терпят унижение со смелостью. Бог дает этим женщинам благодать мужественно следовать по его пути, несмотря на то, что им это запрещают». Теперь рассмотрим несколько положительных качеств Патрика. Патрик очень хорошо знал Библию. Сохранилось два письма Патрика, которые просто полны Писания. Патрик почти неосознанно вплетает в нить свои мысли места из Ветхого и Нового Заветов. Часто он перефразирует отрывки священного текста, иногда цитирует их прямо. Но использует он Писание легко и непринужденно. Только человек, который пребывает в Писании, глубоко изучает его, может вот так вот оперировать им. Писание поселилось в сердце Патрика и легко находило выражение в проповедях, письмах и, конечно же, делах. Ну и последняя черта, также очень положительная, о которой хотелось бы упомянуть. Это острое осознание Патрика миссии, которую он получил от Бога. Он пишет: «Я, Патрик, невежественный грешник и епископ Ирландии. Я верю, что на это служение меня поставил сам Бог. Я, странник и пришелец, живу среди варваров и язычников, потому что о них заботится Бог». И в другом месте: «Я один из тех, кто избран и призван Богом проповедовать благую весть в самые тяжелые времена и даже до края земли». Это не было простой удачной метафорой. Патрик верил, что это абсолютная истина. Он считал, что живет в последнее время и что христианство должно быть проповедано во всем мире, до самих его краев и незамедлительно. И что может быть ближе к краю земли, чем Ирландия? Не стоит наивно полагать, что люди до Колумба не знали, что Земля – это гигантская сфера. Для таких людей, как Платон, Александр Македонский, Вергилий, Средиземноморье было центром мира, как и следует из самого названия – Средиземное среди Земли. Но не потому, что они верили, что есть в буквальном смысле край мира, за которым больше ничего нет, а потому что они думали, что Средиземное море лежит в умеренной температурной зоне. Вот в этой зоне люди и животные могут обитать и процветать. На юге температура повышается, там пески Сахары, и там жизнь невозможна. На севере температура понижалась, и там лежали замерзшие поля Европы и Азии. Древние географы считали, что боги окружили центр мира, зону обитания, огнем на юге и льдом на севере. Именно в этом смысле Ирландия считалась краем мира. Вот что писал Страбон: «Если вы пойдете на север от центра Британии, вы придете в землю, которая почти необитаема. Это и есть Ирландия. Земли, лежащие дальше на север, не пригодны для жизни». Именно поэтому, когда Патрик говорит, что призван Богом проповедовать до края земли, он в буквальном смысле имел это в виду. В Евангелии от Матфея Господь говорит, что в последние дни многие придут с востока и с запада, для того, чтобы возлечь на пире с патриархами в Царстве Небесном. Патрик осознанно модифицирует это место, и он добавляет: «И с севера, и юга», желая сделать акцент на то, что и обращенные Ирландии будут на том самом пире. Патрик знал, что служители Евангелия уже путешествовали на восток, путешествовали на запад и на юг.
Христианство в V веке присутствовало и в Испании, и в Галлии, и в Индии, и в Эфиопии, и даже, возможно, в Китае. Единственной землей, которая еще не была покорена вере, согласно мировоззрению Патрика, была как раз Ирландия. Вот почему он считал себя работником последнего времени. Вот почему с такой энергией, с таким посвящением он совершает апостольское служение в Ирландии. Он пишет: «Я делаю эту работу не для своего удовлетворения, но для Бога. Он дает утешение в мое сердце, что я один из тех охотников и рыбаков, которые призваны ловить души и о которых сказано, что они придут в последнее время». Ну и в заключении хотелось бы процитировать молитву, которая называется «Щит Патрика». «Я встаю сегодня с могучей силой, призывая Троицу, с верой в троичность, с исповеданием единства Творца Вселенной. Я встаю сегодня с силой Христова рождения и крещения, с силой Его распятия и погребения, с силой Его воскресения и вознесения, с силой Его возвращения для последнего суда. Я встаю сегодня с силой любви херувимов, послушания ангелов, служения архангелов, в надежде воскресения и награды, в молитвах патриархов, предсказаниях пророков, в проповеди апостолов, в вере исповедников, в невинности святых дев, в делах праведников. Я встаю сегодня с крепостью небес, со светом солнца, с великолепием луны, с блеском огня, с сиянием молнии, с быстротой ветра, с глубиной океана, с непоколебимостью земли, с твердостью камня. Я встаю сегодня с силой Бога, чтобы направлять меня, с крепостью Бога, чтобы поднимать меня, с мудростью Бога, чтобы вести меня, со зрением Бога, чтобы видеть за меня, с ушами Бога, чтобы слышать за меня, с рукой Бога, чтобы защищать меня, с путем Бога предо мной, со щитом Бога, чтобы охранять меня, с дружбой Бога, чтобы сохранить меня от ухищрений демонов, искушений греха и склонности моей природы, и от каждого, кто желает мне вреда, дальних и ближних, тех, кто один и тех, кто вместе. Я призываю сегодня все эти силы на защиту мне против всякой жестокой силы, которая может атаковать мое тело и душу, против заклинаний лжепророков, против нечестивых законов неверующих, против лжеучений еретиков, против коварных искушений идолослужения, против магии женщин, кузнецов, потому что считалось, что они обладают магическими силами, и друидов, против всякого знания, которое развращает тело и душу. Христос, защити меня сегодня от яда и огня, воды и ран, чтобы я мог обрести изобильную награду. Христос со мной, Христос передо мной, Христос за мной, Христос во мне, Христос подо мной, Христос надо мной, Христос справа, Христос слева, Христос там, где я живу, Христос там, где я сижу, Христос там, где я стою, Христос в сердце каждого, кто думает обо мне, Христос на устах каждого, кто говорит обо мне, Христос во всех глазах, что видят меня, Христос во всех ушах, что слышат меня. Я встаю сегодня с могучей силою, призывая Троицу с верой в троичность, с исповеданием единства Творца Бога.